Объединяя сердца, вдохновляя умы, для каждого ученика классные встречи – это возможность лично пообщаться с деятелями культуры, мастерами своей профессии и просто известными личностями. Сегодня почетными гостями 19-й школы стали директор Серпуховского информационного агентства, режиссер документальных фильмов Мария Панкратьева и режиссер монтажа, оператор Михаил Панкратьев. Ребята задавали вопросы о телевидении, о съемках. Встреча получилась познавательной. После звонка на классную встречу ребята спешат в актовый зал на внеурочное занятие. Всероссийский проект «Классные встречи движения первых» проходит по всей России, в том числе в нашем городе Серпухов. Это уже вторая классная встреча. Дети на таких классных встречах знакомятся с людьми, которые достигли таких больших высот, узнают новые профессии и пробуют себя в этих профессиях. Сегодня встреча с директором Серпуховского информационного агентства, режиссером документальных фильмов Марией Панкратьевой, ее супругом, режиссером монтажа, оператором Михаилом. Как стать журналистом? Какими качествами должен обладать человек, работающий на телевидении? Вопросов у ребят немало, но на все есть ответы. У гостей многолетний опыт работы на ТВ, десятки наград, профессиональных конкурсов и кинофестивалей. Журналистом можно быть только тот, кто... Эту профессию воспринимает как образ жизни. Для нас это образ жизни. Но Мария и Михаил не только отвечали на вопросы. На классной встрече ученикам показали специальный репортаж о ТВ «Серпухов», который стал обладателем гран-при 28-го международного медийного фестиваля «Братина». Работа «Эхо войны» рассказывает о жизни села Широкино под Мариуполем и о том, как сегодня восстанавливают новые регионы страны и о жизни после военных действий. Затаив дыхание, ребята смотрели на настоящую историю о надежде, восстановлении и преодолении. Каждый кадр, каждое слово отзывалось в их сердцах. В этот момент они стали частью чего-то большего, чем просто школьная встреча. Мария и Михаил поделились с ребятами, как снимали этот репортаж, с какими трудностями столкнулись. Очень хороший, мне очень понравился фильм. Мне понравилось то, что наши люди с России помогают последствиям послевоенным, восстанавливают дома, восстанавливают культуру, восстанавливают больницу и инфраструктуру в целом. Но для нас, как для журналистов, важно их увлечь и заинтересовать профессией. Если кто-то после этой встречи сегодня задумается о том, чтобы выбрать своей профессии журналистику, значит, мы уже сегодня провели этот день не зря. Классные встречи, время, проведенное с пользой и отличная возможность прикоснуться к чему-то новому и ранее неизведанному. И, быть может, кто-то из присутствующих в зале выберет профессию, о которой услышал из уст тех, кто в нее влюблен.